И тогда он будет очень работан там. Это будет делать мне. У нас есть такое видео зимой, и фонтан был не здесь. А я хотел вот этот фонтанчик попасть. Не действующий, да. Вот так, монетки сюда уже прилетело. А сейчас так классно. Только чуть-чуть воняет запах хлорки. Парк Победы. Ты хочешь где-то дорога? Ты знаешь где? На что там? Да, приятный звук воды такой, да? Я бы не смотрел эту воду. Посмотрим на большое озеро еще. Голубка пьет воду. Наверное, очень вкусно. Это туда очень легко пробраться. Кто хочет туда, это гладит спорта. Вот так вот здесь. Маленькие такие вот здесь. Вот так вот. Можно подставить его. Только тут не кажется, что можно сделать. Можно только прилезть вот так. Как проходить будем мимо цыгане, а? А? Сейчас не надо, потому что ты весь будешь черный, а нам еще надо с
семинар. Туда не надо сейчас идти. Надо. Дальше. Ну иди сейчас туда. Ты уйдешь, да? Нет. Просто ты будешь сейчас ноги, все, руки, все будет запачкано, а нам же еще на тренировку. А там во всем белом все. А ну можем помыть зайти. Иди сюда. Что, деньги попросят? Видим, что тут не можно. Здесь? А там лестница есть, да. Лёва? Там так пахнет. А туда сразу он кидает чего-либо. Тоже можно свалиться. Ого, качелька гигант. Вот это? Угу. А вот это? Опасный. Мне тоже такая была. Так, Максим куда-то ушел. Здесь такой... веревочный парк. Классно. Короче, там мне мальчик сказал, а ты что? Я сказал, я и промолчал. Он сказал, а ты что ты стоишь? Я сказал, просто стою. Блин, короче, я подумал, что я влип. И он потом ушел. Блин, я бы хотела на такую штуку. Да? Ну, уже денег нет. Мама. У нас все равно сейчас не очень времени есть. Можем приехать с папой в следующий раз. Пожалуйста. Ну хорошо, но мы еще же на тренировку идем. Уже? Уже?